чаще мне злясь, что я не дитя, я не солнце, я любовь. Я исчезну, чтоб вернуться за тобой. Я не дитя, я не солнце, я любовь. Я исчезну, чтоб вернуться. Давай, потихонечку же. Ты слышишь, дорога какая? Давай, Мишанька, топи. И прям по этой дороге прямо езжайте. Вперед. Серёня, да. Мишаня, дорогой, да. Смотри, вот эти дачи, вот дачи, вот они, вот. Сейчас, как они заканчиваются, вот ко мне иди, не прям дорога, а поворот налево будет. И прям по этой по дороге, вот там увидишь красный дом, а я сейчас отсюда выехал, чтобы по дороге не ехать. Вперед. Давай, Серёня, дорогой. Давай, езжай. Топите, милые, давай. А я там буду вас встречать. Ты не батька-то. Ну, Танюху когда послала я сюда, говорю, Таня, ты посмотри, она поехала в Рязань смотреть участок. Ну, приехала, а как раз мы свадьбы катали. Приезжает, я говорю, Танюха, ну как там? Уй, замечательно. А когда сюда приехали осенью, здесь грязь вот такая, не вылези. Пустое место. Мне привели, говорят, вот твое место. Ёлки-палки. Ну, смотри. Чего она? Потом что, 2 дня поплакал, потом лопату в руки и копать фундамент. Вперед. Ну пойдемте. Молодец. Гуляет у нас, видишь это? Это, Мишай, это у нас свадьба так проходит. Правда, без музыки. Пойдем, Серёня, пойдемте. Вот здесь никто никогда в жизни, может, не закрывать, не запирать. Здесь мы одни. Тем более дома автомат Калашникова. Серёнь, да подожди, сейчас снимешь там море еще. Ну-ка, пойдем, Мишанька. Сигарету? Да не, я... А, у тебя есть? Да. А я-то так не курю. Серёня, вот что сними, иди, Серёня. Серёнька! Иди вот все сними, Серёг! Иду! Иди, милый, посмотри все! Я пойду, иду пойду! Даю, краса! Все так резко! Чудные! А вон у меня здесь, видишь, привязывает! Здесь падбище, здесь на дельтапланах, понимаете, на парапланах, понимаете. Знаешь, какой кайф здесь, Серёг? А вот здесь вот родник у меня. Здесь такая вода. На склоне. Да, вон там, всегда 8 метров, 200 отсюда. Ты знаешь, какая водичка там? А это я вот, видишь, вывел в колодец. Ну, здесь вода, правда, такая, она, мы ее не пьем, поливаем. 11 метров зафигарил я. А пьешь? А пью с родника. Носишь? Вожу на тележке, ну, да. А это вот, видишь, 11 метров захреначил ее. Колодец.
отсюда поливаемся. Сейчас, Миша, пойдем я туда, вон вынесу к этим, вон козловкам, и все, и сейчас идем домой. Идем, пошли, малышки, ты сюда, мои маленькие. Лё, я говорю, видишь, ты объяснял, тут жиру. Че? Интернет открыл, где какой, сколько километров. Да ты че? Сколько ехать, ой, блин. Че? Единственное, что он показывает здесь дорогу этот. Все повороты, разъезды, объезды, блин. Все. Серёна, открой, пожалуйста. А знаешь, что Юрка, вот этот сосед, он в интернете, короче, снял? Там американцы со спутника снимали это. И как так получилось? Вот именно вот этот наш участок снятый. Да, вот это наш участок. Сейчас этот портфель оставлю. Вот здесь вот, смотри. Мишань, какая красота, да? Да. Ах ты, мальчик, маленький. Ох ты, мой маленький. Ох ты, мой хороший. Ну чего ты вякаешь? Ну чего ты вякаешь? Иди. Иди сюда, на. Иди, иди к своим, иди. Тут же лететь-то некуда. Не поймал. Хорошо, не в огород хоть. Прямей надо, по-моему. Ему надо против ветра лететь. Сколько лет сажал, Серёга, все коровы гоняли раньше, все обошли. Сейчас они только не заболели, у меня десад был, знаешь, какой, яблонь. Как заболел, одна яблонь засосала, вторая, третья, четыре яблони засосала вообще. Слушай, Лёх, значит, такой друг, он вчера написал, что... Вот сейчас звонил, Таня. Позвонил, уже рассказал. Да я только, я смотрю, она сидит по телефону, встала кое-как, подошла по телефону. Я говорю, что она... А я к вам звоню.